Воу, вторая серия Пути Бомжа, всем здорово, с вами я, Деса, и сегодня мы снимаем вторую серию Пути Бомжа на Grand Mobile. Напомню, что в первой серии мы достигли, на самом деле, много всего. Это мы получили 200 тысяч, мы получили еще крутую машину за 5 миллионов, просто с ничего, если что, прошлая серия находится где-то вот здесь, вот тыкай вот сюда, там посмотри прошлую серию Пути Бомжа, первая серия. Ну а сегодня, сначала я сниму лапки, и мы продолжим, я буду пытаться дальше добить все эти квесты, которые мы вчера, точнее, в прошлой серии не сделали. Ну и сразу напомню, что развиваюсь и играю на 23-м сервере, если что, в начале, когда только регаешь на сервере, на любом вообще из серверов, ты вводишь вот такой вот промокод DESAI, он тебе дает очень много плюшек, это вот такие вот плюшки, вот тут прям смотри, вот прям очень крутые плюшки, реально, это получается випка, это получается гелик и еще бабок на халяву. Ну а сегодня мы продолжаем, так сказать, наш путь бомжа. Мы, если что, напомню, в прошлой серии добились того, что нас приняли в семью. Если что, это не мой дом, который вы сейчас видите, это как бы дом семьи. И на самом деле для старта это очень даже круто, то есть у меня свой дом сейчас есть, семья, кстати, как она называется, это семья Deadshot. Да, в прошлой серии мне, что, подсказка вот там опять будет, вы посмотрите обязательно ее. В прошлой серии мне чел дал денег, то есть 200 тысяч сейчас на руках это чел мне дал, плюс там квесты еще. По квестам, значит, в прошлой серии мы почти все квесты закончили, мы остановились на автошколе, после нее нас приняли в семью, и там начался какой-то уже движ. Нам нужно сделать сейчас шестой квест, это нам нужно что сделать, значит, приехать на шаурму. Есть шаурму нам надо, ну, в принципе, она вроде как у меня сейчас тут нету, все, шаурму я отдал взамен на такие вот прикольные плюшки. Так, получается, нам надо шаурму съесть, потом мы поедем куда? На завод работать нам надо будет, да, да, на заводе. А потом едем, получается, в ресторан, и далее мы заканчиваем это все тем, что едем в сортировочный центр, и там устраиваемся на работу. Ребят, я как бы бомж, путь бомжа снимаю, и я даже не знаю, на какой машине мне передвигаться сегодня, как думаете? Genesis, Audi TT, ну, в принципе, я за классику, я люблю, так сказать, немецкий, ну, немцев, точнее, машины их. И давайте, а я взял, ай да, вот, BMW, блин, у меня такая же, у меня точно такая же BMW, прям... У меня на основном аккаунте, у меня такая же основная. Так, завод Twix, давайте чат уберем и... Слушай, я вообще на заводе ни разу на этом Твиксе не был. Как бы, вот то, что какой интерьер здесь есть, то, что я сейчас вижу, блин, это очень круто на самом деле, это прикольно. Получается, переодеваемся, давайте... Алло, ты будешь у меня работать? Нет, значит, рабочий день? Я повар, ого. Я повар, ребят, если что-то вам нужно сделать, дядя Ахмед Десайка вам все сделает. Чай верму из собаки, из кошки, из кого угодно, что хотите, заказывайте. Ой, Десай Склад, кстати, из моей семьи чел тут. У меня семья, если что, есть на 23 сервере, если что, я могу вас тоже принять, как-нибудь я захожу, принимаю людей. Так, начать работу, давайте, нам надо, что дальше? А что делать? Так, вы можете, а что, просить, а, то есть, мне надо тыкать на эту тему, а, подожди, а просто ждать надо. То есть, короче, работа заключается в том, что нам нужно тыкнуть сначала по той штуке, потом по другой штуке, и дальше оно просто делается, окей. А что нам сделать надо? Твоя задача управлять производственным процессом, следить за качеством продукта. Так. А что нам сделать-то надо на заводе? Я так и не понимаю. Блять, я не знаю, сейчас воспользуюсь помощью зала, ну это пиздец. Алло, ты тут? Что на заводе делать надо? Какого хуя мне квест не считает, блять? Я варю эту хуйню уже 30 секунд, блядь, прождал, там, 3 хуйни сварил, и что дальше? А ну, квест не добавляет, нихуя у меня. Мне что, надо 5000 это денег заработать надо? По 40 рублей, блядь, серьезно, за одну хуйню, так я бы... Что делать надо, блядь? Нет, подожди, тут какая-то хуйня, слушай, тут какая-то залупа, реально, тут 480, блядь, опыт, ну, какой-то опыт, не опыт, я не ебу. То есть, я получил 40 рублей, а мне было 360 прогресса, сейчас 480. Блять, подожди, 300, блять, сейчас я посчитаю, сколько, где калькулятор ебаный? Калькулятор, блять. Так, получается, было 480 минус 360. И потом, это секунды будут, да, секунды, а потом разделить на 60. Это мне сколько минут? А, 6 минут, заебись, окей, справимся, окей, похуй, сейчас, заебись. Блять, ну да, я все высчитал. Я не хочу на этой хуйне работать, тут работать надо за рубли ебаные. 40 рублей, блять, за одну хуйню, это пиздец. Ну нахуй вообще этот Твикс нужен, блять. Ладно, какие-то материалы там шли на, ну, с производства там, допустим. Как есть на одном проекте, где я был. Там, короче, материалы на шахте идут, короче, на армию. То есть, если на шахте мало материалов, то армейцы не смогут пополнить свой боезапас, потому что, ну, мало, блядь, материалов. То есть, это такой цикл, ебать. Нубики работают во благо того, что вояки, блядь, жили.
Вот такая, а тут нихуя, нахуя нам это, блять, мы это делаем? О, бебра, нифига у тебя скин какой блатной, бебра. С моей семьи, кстати, да, я же к вам недавно пришел в семью, и это самое, надо как-то мне там развиваться дальше, там, не знаю, что-то вот, мутить темки какие-то. Я могу тебе дать, подожди. Офигеть, ребят, он мне 5 денег хочет дать. Я не знаю, как это работает. Короче, мне чел, вот этот чел из семьи Deadshot, я такой, ну, потому что я сам в семье, я думаю, они могут мне как-то помогать. Блять, 700 тысяч мне чел дал. Я не знаю, что сказать, короче, я не знаю. Это прям очень-очень как-то странно, очень как-то интересно на самом деле. То есть вы, как бы, я повторял в том ролике, что вы просто можете вступать в семью. И сейчас, подожди, у меня сейчас закончится эта штука. И получается, в семью вступаете, и там, получается, как-то вас помогают, подтягивают как-то к развитию. И вы дальше развиваетесь, там получаете бабки там от них, какие-то прикольчики всякие интересные. Ну, там, не знаю, там, условно говоря, скажете, типа, научи меня играть, там, помоги заработать денег, там, дай начальный капитал, вам дадут денег, все. Так, ребят, тем временем я уже, получается, выполнил квест по этому самому, по заводу выполнил квест, также выполнил квест уже по покупке номера телефона, и получается дальше, что нам нужно сделать, а номер телефона, кстати, я выбил прикольно, вот тут где-то будет, вот тут цифра, которую номер выбил, это прикольный номер, на самом деле, мне кажется, да, и тем временем я просто не думал это вставлять как-то в видос, потому что быстрый квест, это номер выбить, это как-то магазин съесть, почему это надо как-то показывать, я не знаю, теперь идем в ресторан, и самое главное, ну, ресторан, как бы, сейчас все быстро сделаем, то же самое, и нам теперь нужно ехать, знаешь, куда? А, правильно, потом после ресторана, ё-мо, выйдет из машины, после ресторана нужно ехать уже в сортировочный центр, это вроде как почта, если мне не изменяет память, и там мы должны же как-то поработать, а возможно, почему я на этом акцентирую внимание? Потому что, вот мы выполнили квест, потому что там бегают всякие богатенькие челы, и мы можем как-то от них зафармить бабок. Блин, мне кажется, что вот эта серия пути бомжа, вторая серия, она какая-то очень сильно, да что ты врезаешься, господи, езжай нормально, капец, его сейчас просто разнесут, он сломается сейчас, господи, ездить не умеет. Короче, кажется, что эта серия как будто какая-то не настоящая, как будто какая-то пародийная, но я не знаю, я как бы, я сам в шоке. Мне просто дали сейчас денег, 700 тысяч дали, короче, у меня на балансе сейчас почти лям. Со второй серии «Пути бомжа», и я вот не знаю, как бы, вроде это прикольно, а вроде и нет. И вопрос, а мы, кстати, уже приехали, очень быстро передвигаемся, и вопрос, а можешь ли ты так же сделать? По сути, да, потому что я показываю, как это делать, как это свой путь показываю, и в принципе, получается это прикольно, вот просто подходишь, получается, к челу, допустим, так, по уровню надо смотреть, который богатый, о, стой, привет, Савика, здорово, добрый день, Савика, вы такая красивая, у вас такая красивая машина, Савика, тут такая вот ситуация, понимаете, вы меня слышите, слышите, да. Короче, тут такая вот ситуация. Я же как бы развиваюсь сейчас на сервере, развиваюсь, вот. Не могли бы вы немножечко помочь, так сказать, финансово, может быть, морально как-то поддержать меня, мое развитие на гранде как-то? Ну, в том плане, что вот как бы, понимаете, мои друзья уже развились достаточно быстро, я вот только тоже хочу их как-то обогнать. Вот просто понимаете, как-то вот, ну, как бы бомжи, они суть развития эволюции, они уже начинают только идти к этому, а вот вы можете помочь быстро развиться немножко, не прям до такой степени, что он уже вершина эволюции, а как-то развиться, ну вот как-то, ну как вы, например, стать такой же вот красивой, такой же нарядной как-то, вот можете также помочь. Немножечко, пожалуйста. Я буду рад реально любой копеечке. Я же все-таки вроде как грамотно вас прошу. Не так, что дай денег. Не, я вас прошу так, просто дадите, сколько не жалко. Просто дайте, пожалуйста, и я буду рад. Ок, я тебе через банк могу перевести, чтоб без комиссии. Я сама в долгах. А мне пофигу. Я так чувствую. Все, ребят, я уже не буду сдвигать речи дальше. Все, я уже вырубил голосовой чат, потому что я пытался. Вот так же просто вы... Я вам показываю, как надо разговаривать с людьми. Все, вот так же, короче, приходите. Вот так же вот в банк там. Все, и рассказывайте людям, что вот вы такой-то, такой-то, они такие-то, такие-то хорошие. Мне интересно, сколько она денег даст. Я не знаю, просто вот. А может, мне рубль даст? Может, я просто ехал за 1000? Напиши что-нибудь.
что-нибудь. А сколько она мне? 200 тысяч дала, да? 200 тысяч, Савика перевела на банковский, еще 200 тысяч. Ого, 200 тысяч, офигеть, вы лучшая, спасибо вам, вот я же говорю, вот есть добрые люди, мне сказали к вам подходить, к людям просить денег, и вы мне даете денег. Короче, ребят, тем временем у нас на балансе, почему-то не знаю, я не радуюсь как-то, я не рад реально тому, что у нас много денег уже как бы. Давай снимаем, получается 200 тысяч, ой, подожди, 200 тысяч мы снимаем, и у нас на балансе 1 миллион рублей. Поздравляю, ребят, мы достигли за 2 серии пути бомжа 1 миллиона. Получается, мы что делаем для того, чтобы развиться как-то круто на любом сервере по гранду? Берем, ищем людей, вступаем в семью, то есть ищем людей, вступаем в семью, один пункт. Потом мы, если не получается, идем к людям, которые там в людных местах, там все получится. Это автобазар, это стоянки, это больница, это ментовка, наверное, это... Как его? Это всякие места какие-то там по типу, вот, где почтовые отделения, там еще какие-то места, контейнеры, вот туда мы идем, получается, и все, и там ищем людей, и как бы в ОПГ идем, то же самое, в организации какие-нибудь, только не ментовские, наверное, не знаю, там взятки не берут, все, просто идем, получается, туда и просим денег, а тем временем мы сейчас начинаем работать, так, нам что, надо вот это все тыкать? Ну что, ребят, это мой последний заход, так сказать, на этой почте, я тут... Давай, руку пожмем. Я тут реально проработал уже очень долгое время. Ну, реально, где-то полчаса, наверное, прошло. И, наконец-то, этот квест закончился. Господи, вы не понимаете просто, до какой степени он мне надоел. Он мне достал так, что я вообще в шоке. Я просто минут 20, наверное, сидел, работал на этой херне. И я достался. Мне достало все уже. Я не знаю. Я научился, наверное, собирать ящики. Я могу на Алиэкспресс идти работать. Ну, реально, мне достало до такой степени, что все. И слава богу, мы закончили этот квест. Но, кстати, квестовая линия пропала. Как нам квесты выполнять? Короче, ребят, неважно. Все. Мы наконец-то закончили квестовую линию на пути бомжа. На самом деле, здесь было очень много всего. А нам как вообще доехать? Подожди, а нам как доехать до стоянки? Подожди. А у тебя есть машина тут? О, Люба. Люба, ты с нашей семьи, да, у тебя есть машинка, чтобы это, докатиться там до стоянки, я не знаю, посмотреть. Да, поехали. Мне, короче, надо на стоянку, наверное. Вот. А вообще, да, поехали туда. Ну, если, конечно, ты не против, ты можешь, конечно, мне еще что-нибудь там отсыпать, может быть. Я как бы не против, мы же в одной семье, в принципе. Почему бы и нет, наверное. Я бы как бы не отказался от какой-нибудь копеечки, может быть. У меня как бы и так денег вроде нормально, но, может быть, я машину куплю какую-нибудь покруче, не знаю. Короче, в любой непонятной ситуации надо просить денег семьи. Ну, как бы я понимаю так, что если меня добавляют в семью, то мне как бы... могут как-то помогать в семье, как-то давать деньги, я не знаю. Чё она тут написала? Подожди, хорошо? Она мне реально что-то даст? Подожди, а мы куда? А мы на стоянку едем, что-то какой-то путь непонятный выбрал. Ты чё нубика сбила? Ты видел? Ты видел? Я сейчас еще раз повторю этот кадр. Просто нубик, скорее всего, сгорел на мопеде. Вообще сгорел, он даже не вылетел, он умер, он взорвался, он, не знаю, в ад попал, наверное. Фига себе, слушай, тут, ух, нифига, ребят, вы видели это? Да тут столько всякой магии происходит на этом гранде, реально, не поймешь. Вообще, смотри, какая тут машина стоит, офигеть. Прикинь, я буду, короче, бомжиком на вот такой машине разъезжать. Ну это, блин, это будет что-то интересное. Так, Ахмед Вемзик на машине конкретной такой будет хасанить, раздавать. Чё, иди сюда, Луба. Слушай, ну она какая-то такая мажорская, на самом деле, можно ее денег выпросить. Блин, прикольно. Мне вот так вот, вот это прям выглядит уже как нормальный какой-то обмен. Кепку мне дали, подожди. Люба, слушай, спасибо тебе, вот шапка прикольная. Она вообще сколько стоит такая шапочка? Я как бы, конечно, я по ценам не разбираюсь, мне как бы не важно. Мне уже важно то, что ты мне что-то дала. Вот, а сколько такая шапочка стоит? Может, есть еще какие-то там аксессуарчики, я не знаю, что-нибудь еще, наверное. Может она, ну просто смотри, она как бы, у нее много денег, я вижу, потому что у нее кейс такой, аксессуар кейса, это дорогая херня. И примерно 50к она стоит, угу. 50 тысяч такая шапка. Мне тот чел, тот дилдо в прошлой серии дал очень много всего. Ну дал мне вот такой скин и дал мне, получается, вот такую шляпа Юи. Мне кажется, она больше подходит. К сожалению, аксов больше нету. Ну ладно, тогда не будем ее дальше требать, потому, ну хотя, подожди. А может у тебя есть не аксы, а может у тебя есть что-то больше,
как твои большие, большая душа, две большие души, может у тебя есть что-то, что-то интересное, там, допустим, ну, 1100 я бы не отказался, как бы там может быть. Может, вот как-то так. Я хочу себе домик купить. Может, там машинку какую-нибудь. BMW хочу, кстати, себе. Вот. Тебе 500к передались? Какие? В смысле 500к? 700 тысяч мне чел дал. Ладно. Нет, а какие 500к? Нет, мне ничего не передавали. Ну-ка, подожди. Пятьсот тысяч. О, канистра, о, это хорошо. 500 тысяч. Офигеть, я просто с микрофона был включен, я не мог как-то показывать, потому что я бы там... Охренеть, она мне передала 500 тысяч. Короче, вот так вот встаем, и вот вы просто скажите мне, пожалуйста, скажите. Я вот в данный момент, вот именно такой, я выгляжу как мажор или я выгляжу как бомж? Мне кажется, я вообще все, я уже не бомж никаким образом. 2 миллиона у меня сейчас на балансе, 2 миллиона, плюс такая машина, плюс давай пробуем сейчас еще выбить номера, может быть нам сейчас с первого раза повезет. Я просто много тратить бабок не буду. Кстати, хороший номер МА. 717, но и надо все одинаковые цифры. Вот все. Сколько я попыток потратил? Сколько? Да нисколько. Я даже 50 поняли, короче. Я даже не буду расшифровывать это послание. Все. У нас блатная машина с блатными номерами. Где номера у нас, кстати, показывают? Номера у нас есть, а номеров тут не показывают. Но номера в ПТС у нас и посмотрим. Все, у нас крутые номера, у нас крутая тачка, у нас есть дом, семейный дом, да, не наш дом, но мы до этого дойдем, я как и говорил. И, в принципе, я думаю, на этом стоит заканчивать наш путь бомжа. Ну, я играл я на Grand Mobile, если что, это был 23 сервер, вы тоже можете здесь играть, никто вам не запрещает, тут такие же семьи, вы можете в эту же семью пойти и также попросить денег, и все. Как бы играл я здесь, если что, вот такой промокод отводишь, как моя лапа, вот такой большой промокод, DESAI, получаешь себе гелик на халяву, получаешь себе випку за 1000 доната, плюс там с нее скин получаешь, еще всякие плюшки эти випки, и получаешь также еще бабки сверху на халяву, и как бы... Плюс вступаешь в семью, также по моему способу и все, и ты миллионер. Ну а с вами был я, DESAI, увидимся в следующей серии, которая выйдет, скорее всего, в понедельник, либо во вторник. Ну и всем лапка.